Российская легкоатлетка одержала 40 побед подряд. Российская прыгунья в высоту Мария Лосицки не одержала 40-ю победу подряд, выиграв этап бриллиантовой лиги в Риме. Об этом сообщает корреспондент ленты.ру. Лосицки не взяла высоту 1,97 метра и обеспечила себе первое место. Позднее спортсменка показала лучший результат сезона – 2,02 метра. Второе место заняла болгарская спортсменка Мири Ладимирева – 1,94 метра. На третьем месте расположилась итальянка Елена Валор-Тигара – 1,94. Победная серия россиянки началась в июле 2016 года на Всероссийской летней универсиаде. За это время Лосицки не выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы бриллиантовой лиги. Бриллиантовая лига – ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Больше важных новостей в TALEGREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.